Можно, 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 да. Значит, у человека есть в жизни такой момент, когда он или она должна сделать другому человеку низкий поклон. Поклончик надо сделать. Вот на свете есть Бог, у которого мы каждый день поклоняем, да? И есть после Бога мама, и есть третий, любимый человек. На свете есть Бог, мама и любимый человек. Мы должны перед ней всем уважать и поклоняться, сделать низкий поклон. Это надо и сделать, и выпить. Выпить, да? Выпить, да? Да. И как это надо? Одновременно. Я сейчас делаю это, потом вы повторяете. Я сейчас перед вами делаю поклончик. Для вас, мой любимый, вот уважаемые гости и любимая Юлечка моя. Давайте, посмотрите и потом. Не подсказывай. Сейчас ты пойдешь показывать. Пожалуйста, пробуй. Где ошибки, блин?